понедельник в Самарской области будет ясно и малооблачно, без осадков. Днем 24-28, выше 0, ночью плюс 16, плюс 18 градусов. В Сызрани безоблачное небо, днем плюс 26, ночью 18 градусов тепла. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 24, ночью плюс 16 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре облачно и без осадков, днем 25 градусов тепла, ночью плюс 18. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 37%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.